Крым в отечественной живописи и графике. В Крыму. Передвижная выставка Ирбитского государственного музея изобразительных искусств успешно экспонируется в Симферополе. Еще в 2014 году при известных событиях руководством было принято решение объединить в одну выставку все, что есть о Крыме в фондах музея. Получилась богатая экспозиция по жанрам, темам и технике исполнения. На нашей выставке по-своему отразилась история Крымского полуострова. Конечно, Крымский полуостров, его история, она богата и разными историческими событиями, и она связана с именами многих исторических деятелей, ну, скажем, с Екатериной Великой, с Екатериной II. Ведь именно она между двумя русско-турецкими войнами как раз издала указ о присоединении Крыма к России. В прошлом году решили сделать эту выставку передвижной. В таком формате коллекцию смогут увидеть не только любители живописи Ирбита и Свердловской области, но и более отдаленных городов нашей страны. Благо, в прошлом году мы были участниками конференции «Крымские искусствоведческие чтения», вот в результате которой были проведены переговоры о сотрудничестве, и первым этапом реализации такого передвижного выставочного проекта стала выставка в Симферопольском художественном музее. С большим теплом была принята выставка в Симферополе. Крымчанам близка и понятна тема экспозиции, где их родной край показан глазами известных художников в неожиданных ракурсах и разных состояниях природы. И для нас это очень трогательно, потому что это коллекция из фондов музея, который один из первых еще 6 лет назад в своем городе открыл выставку, посвященную Крыму, подчеркнув тем самым, что Крым – это часть нашей громадной страны, и вот эта вся красота крымской природы всегда была близка деятелям культуры и всему народу России. До 10 января 2021 года выставка «Крым в отечественной живописи и графике» пробудет в Симферопольском художественном музее. Уже ведутся переговоры об экспонировании ее в городе Керчь и далее в городах Южного Крыма. По пути домой выставка будет еще останавливаться и в других городах России. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.